Мы очень рады встрече с вами на концерте Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концертную программу откроет репертуарный хор «Юность» легендарного ансамбля имени Локтева. Украинская народная песня «Щедрик» обработка Леонтовича и русская народная песня «Таня, Танюша» переложение для детского хора Митрофановой обработка Калистратова. Дирижер и руководитель хора «Юность» Анна Аверьяненко. Ансамбль «Песни и пляски» имени Локтева. Владимир Локтев, венгерский танец.
Постановка заслуженного деятеля искусств России Елены Рассе, художественный руководитель Леонид Франкин. Представить вам лауреата телевизионного конкурса «Щелкунчик», солистку ансамбля песни и пляски имени Локтева, очень быструю и очень яркую Веру Кагай. Антонио Вивальди, «Времена года», концерт номер 2, соль минор, лето, гроза. Солистка Вера Кагай, партия фортепиано Мария Гордиенко.
ансамбля песни и пляски имени Локтева. Об этом, сертификат об этом, когда-то вручил ансамблю лично космонавт Герман Титов. И они действительно звезды, будущие звезды, солисты Большого театра и ансамбля имени Моисеева. Завершит концерт юмористический номер «Жмыхов. Молдавский танец. Хитрые прачки». Хореография народного артиста СССР Игоря Моисеева.